Добрый день, дорогие друзья! Согласитесь, когда женщина умеет вязать, это здорово. Но вяжущий мужчина вызывает просто полный восторг. Совсем скоро, в конце сентября, в Москве откроется выставка рукоделия, где работы этих самородков можно будет не только увидеть, потрогать, но и купить. Сегодня вязание – это новая йога, которую практикуют и мужчины. Вспомним, что многие известные актеры любят и умеют вязать. Александр Балуев, Том Хэнкс, Рассел Кроу, Райан Гослинг, Дэвид Аркет, Джордж Лукас, Дэвид Духовно. Список можно продолжать. А Том Дейли, олимпийский чемпион по прыжкам в воду, просто умилил весь мир своим хобби, когда орудовал спицами на трибуне. Но и у нас в России есть свои герои. Вот, например, Камиль Юсупов вяжет шарфики и варежки для детишек из детских домов. Вот здесь он показывает, что может вязать с закрытыми глазами. А Степан Мерзлый из Караганды одевает всех модниц. Все, что он делает крючком, просто не поддается описанию и вызывает искреннее восхищение. Евгений Лыкашов из Киева ведет свой YouTube-канал, где учит вязать крючком. А вот смотрите, мужской клуб по вязанию – это просто прелесть. Согласитесь, это круто! Правда, у нас такого клуба пока нет, но зато он существует в Финляндии и есть к чему стремиться. Сегодня вязание – это не только увлекательный процесс, это невероятно полезное занятие, полезное для дома и для семьи. А это американский пенсионер Эйли Джонс. Он вот что придумал. Он ходит в секонд-хенды, покупает там свитера из очень хорошей пряжи. Он обожает кашемир, потом он ее распускает и вяжет. У него целая коллекция шапочек, свитеров, которые он дарит друзьям, а также, извините, на продажу. Считает, что это прекрасная зарядка для рук и гимнастика для мозгов. Надо сказать, что таких талантливых мужчин много. Просто не всем везет их увидеть. А это, знакомьтесь, Иван Шокин. Он с первого класса умеет вязать. Завел себе канал на YouTube, где обучает девчонок. Обвязал всю свою семью. Поэтому, знаете, в России очень много талантливых людей, и нам есть чем гордиться, честное слово.